объединяет всех тех, which unites all those people, кто занимается физкультурой, who are recreational sports, для них повседневных, and sport has become everyday activity in their lives. Марафон дает уникальные возможности. Marathon enables a unique opportunity. Людям, которые занимаются самостоятельно спортом, the people who are amateurs in sport, испытать свои возможности, to try themselves. Надеюсь, что 24-й Сибирский международный марафон, I hope the 24th Siberian International Marathon, войдет в историю, will come into the history, как забег, will face самые высокие спортивные результаты. As the race will be run with the best results ever. Желаю всем участникам. I wish all the listeners. Легкого старта. Light start, easy start. И победного финиша. Every victory finish. Ну а с видео только хорошего настроения от этого спортивного праздника. And as we feel it, you're welcome to enjoy this festival. Удачи всем. Уважаемые дамы и господа, в августе этого года в рамках чемпионата мира по легкой атлетике в Москве проходило заседание Совета директоров Ассоциации международных марафонов «Суперлига». В России подобное состоялось впервые, а инициатором мероприятия стала дирекция Сибирского международного марафона. Который стал представителем вашей профессиональной команды. Дамы и господа, право поднять флаг России предоставляется руководителю международной программы дирекции Сибирского международного марафона, послу от Ассоциации международных марафонов и пробегов России Инне Чернобабской. Непередаваемая атмосфера явления, равного которого нет в мире. Это
марафон Сибири. Yeah.
Ну а мы десятый, могу сказать, что самые смелые наши прогнозы пока оправдываются. Ну ты здоровый. Ну-ка иди как сюда. Я напомню, что пока вам сказать не можем, но это в пределах, ну, конечно,
Дорогие друзья, я напомню, будут по улице Ленина, никаких изменений главных ведущих пока не произошло. Что касается женщин, то по-моему американский дуэт из ДСР и Рокиш, Эфиопия и некоторые условия Италии, уже совсем скоро, будем иметь совсем 15 километров. И потом выступать уже свою, ну, скажем так, основную часть, когда мы можем специальные прогнозы результаты. Это просто десятки, Thank you.
некоторыми женщинами от этих 10 километров. Но я скажу, что мы можем сказать, что 34 раза быстрее, это быстрее, чем у нас лидер выиграл. Международного марафона и обладатель Кубка страны 2013. Мы поздравляем Андрея Молодчина. Он стал четвертым в такой компании. Это значит, он на подиуме. У нас еще два спортсмена попадают на подиум международного марафона. Мы ждем, кто это будет. Открывается площадь! Последний! Она это сделала! Для проведения церемонии награждения приглашается главный судья Сибирского международного марафона Воронов Сергей Николаевич. Встречайте! Лучший результат среди спортсменок Амичей показала Марина Королева! Голосов! Результат 3051 секунда! Браво! Штраф 30 метров! Самым быстрым Амичом на 10-километровой дистанции среди мужчин стал Борис Захаров! Результат 31 минута 25 секунды 3 сотых! Громче! Наш командир
марафона, денежные решения и букеты цветов. Аплодисменты победителям! Приглашаем спортивную пьесу, желаем победителям и призерам 10-метрового забега в абсолютном зачете. Бронзовый призер на дистанции 10 километров в абсолютном зачете среди женщин. Сара Мария Смирнова! Результат 41 минута и 22 секунды. Не смолкай аплодисменты. Серебряный призер среди женщин. Третьим среди мужчин в беге на 10 километров стал Денис Рычков! Голодос! Результат 30 минут и 6 секунд и 9 сотых! Громче, громче, близкие! Третье место! Денис Рычков! Голодос! Международный марафон – это гордость нашего региона, и тысячи овечей со всех уголков Приюртишья стремятся присоединиться ко многим профессионалам и любителям бега из разных городов и стран. А в этом году впервые в спортивной программе Омского марафона состоялся Кубок России. Я передаю слово мастеру спорта СССР по спортивной ходьбе, члену технического комитета Всероссийской Федерации легкой атлетики Вадиму Злобину. Внимание, пьедесталу почета. Торжественная церемония награждения победителей и призеров Кубка России по марафонскому бегу. Ceremony to celebrate the prize winners of the Cup of Russia race is over.
эту церемонию проводит заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Аганезович Григорян. Женщины. Третье место. Бронзовый призер Сардана Трофимова. Саха, Якутия. 2 часа 35 минут 49 секунд. Наставница призера Татьяна Жиркова. Второе место. Серебряный призер, представительница города Омск, Нина Подилесова. 2 часа 34 минуты 52 секунды. Дамы и господа, обладательница Кубка Российской Федерации 2013 года, представительница Омска Евгения Данилова. 2 часа 34 секунды. Тренер чемпионки Борис Андреевич Фир. Дамы и господа, победительница и призеры Ромонского века за счет Кубка Российской Федерации. Фотография на память, съемка, и мы ждем другую категорию, это мужчины. Внимание к пьедесталу почета. Торжественная церемония награждения победителей и призеров мужского марафона за счет Кубка России. Третье место. Бронзовый призер. Представитель Иркутска Виктор Угаров. 2 часа 21 минуты 52 секунды. Наставники Анатолия Нина Цветкова. Вторая ступень и стала почета. Республика Хакасия. Дмитрий Бурмакин. 2 часа 19 минут 39 секунд. Все поздравления его тренеру Андрею Никитичу Ромащенко. Обладатель Кубка Российской Федерации, представитель Свердловска Андрей Мигов. 2 часа 17 минут и 1 секунда. Тренер чемпиона Алексей Шигов. Дамы и господа, победитель и призеры Кубка России 2013 мужчины. Желаю спортсменам прежнейшей уверенности и азарта в достижении спортивных успехов, а мы продолжаем торжественную церемонию 24-го Сибирского международного марафона. Последние 10 километров, вот где начинается настоящий марафон. Финиш, отнимая все силы, но ты бесконечно счастлив. Ты преодолел свою дистанцию. Внимание! Начинаем церемонию награждения спортсменов, ставящих дистанцию чемпионка по 6-й на марафонской дистанции. The awarding ceremony of the athletes who took place
Также церемонию проводят директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации города Омска Михаил Семенович Рашин и директор Сибирского международного марафона Константин Олегович Подбельский. Итак, мы чествуем женщин-призеров марафонской дистанции. Шестое место. Оксана Акименко. Россия, город Москва. Громче аплодисменты. Заняла Сардана Трофимова, Республика Сахалин-Якутия. Громче, 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 аплодисменты! За четвертое место награждается Нина Поднебесна. И, конечно же, памятная фотография. Приглашаем на сцену спортсменов-мужчин, занявших места с 4-го по 6-е на марафонской дистанции. 6-е место занял Дмитрий Бурмакин. Россия, Республика Хакасия. Пришел долгожданный момент славы. Награждение призеров и победителей в абсолютном зачете на дистанции 42 километра 195 метров. Торжественной церемонии награждения призеров и абсолютных победителей 24-го Сибирского международного марафона на сцену приглашается руководитель международных программ СИМ, посол Ассоциации международных марафонов и пробегов в России Инна Черновская и министр по делам молодежи физической культуры спорта Омской области Александр Соломонович Фабрициус. Внимание! Среди лучших беговых женщин сегодняшних состязаний третьей пересекла финишную черту главной дистанции
Please welcome back here,
пожелаем призерам личных рекордов, отличных результатов и положительных эмоций. Дорогие друзья, и вот он, момент спортивного триумфа. Самый выносливый, самый упорный, самый быстрый стайер 24-го Сибирского международного марафона. Абсолютный победитель! Мигуши Катыма! Международного марафона звучит гимн Эфиопии. Attention please to welcome to celebrate the Heslun Gulyo of the 24th Marathon, the anthem of Ethiopia. Среди девушек, женщин, среди мужчин, тех, кто был организатором, конечно, очень приятно.
приятно, что сегодня мы, проведя такой огромный спортивный праздник, который был и спортивной составляющей, марафон по России, кросс-нации, закончилось огромное количество любителей бега сегодня поучаствовали. Я думаю, что Омский регион достойно сегодня представил марафон международный. Ну и очень приятно, что все-таки самый таким апогеем был наш женский финиш, за который просто все переживали, ждали Евгению на финише. И просто действительно, глядя на людей, я думаю, что будут фотографии, будут снимки, где ни одного равнодушного человека не было, потому что есть просто финиш, а есть финиш достойный и безумно красивый. Та победа, которая, она, любая победа достойна, но эту победу мы ждали, и она была просто безумно красива. Поэтому хотел бы сказать спасибо тренерскому составу, спасибо Евгению, спасибо всем чемпионам, кто победил. Я думаю, что сегодня наш Омский регион выиграл и доказал, что мы умеем проводить мероприятия, умеем делать праздник для города, для региона, и имеем в активе таких прекрасных спортсменов, как Евгения. Поэтому еще раз поздравляю всех. Я думаю, это наша общая победа. Давайте поаплодируем. Да, это было. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, прежде всего, поскольку журналистом я могу так обращаться, являюсь сам членом Союза спортивных журналистов России, я как инспектор должен сказать два слова, наверное, чисто технически. Первое. Сибирский международный марафон. И сегодня я это как технический делегат понял, может претендовать на золотую лейку. Для этого необходимо только улучшить менеджмент. Для этого необходимо, чтобы результат вырос с 2-13 до 2-10, и проблем не будет никаких. Организационная составляющая сибирского марафона на самом высоком уровне. Это я говорю от лица. Это первое. Второе. Отношение правительства области, отношение тех людей, которые отвечают за подготовку, не просто достойно подражания. Я говорил перед забегом о том, что сибирский марафон является визитной карточкой российского марафона. Я это подтверждаю в полном основании. Хочу вам сказать, что мы всегда были партнерами с московским марафоном. Мы всегда с уважением относились к петербургскому марафону «Белые ночи». Это прекрасные мероприятия. Но пока еще им рано говорить о том, что они могут соперничать с марафоном в Сибири. Это второе. Ну и, наконец, третье. Сама атмосфера праздника и его зрители, она располагает только положительным эмоциям. И я думаю, что рано или поздно мы все-таки будем приветствовать вот этот высший лейбл ИА здесь, на сибирской земле, потому что главное – это желание, а если есть желание, то средства и все остальное найдется. Спасибо. Спасибо всем, и мне тоже.